Итак, друзья, попробуем заехать на горочку, на первой повышенной. Дифференциал не блокируем, пониженную не включаем. Первая повышенная, поехали, пробуем. На горе первая повышенная у меня закончилась. Все. На горе первая повышенная у меня закончилась. Так, заблокировались. Со второй пониженной поехали. Итак, как заметили, в эту горочку со снегом на первой повышенной не хватает двигла. На пониженной дифференциалом заблокированном все едет отлично. Двигателя хватает вполне. Сейчас заедем на эту горочку. Попробуем. Я заезжал, у меня получилось. Давайте, вот смотрите опять. На первой повышенной. Страшно, да? Смешно, да? Да. Может, не надо? Страшно. А тут безопасно. Ну, давай еще. Там сильно очень. Ай? Не надо. Опять на первой повышенной. Первая повышенная, дифференциал заблокированный. Слышно, как дифференциалы хрустели, да, Артём? Страшно. Сейчас попробуем на пониженной. Вторая пониженная. Дифференциал заблокированный.
Но разницы никакой, как я понял. Все, выключай, пошли вниз. Сейчас попробуем на пониженной. Вторая пониженная. Дифференциал заблокированный. Никакой, как я понял. Чтоб вы понимали, какая высота. Вот сын у меня спускается, а мы вон туда доезжали. Ну что, по поводу бесшумных рычагов, пока ничего, нормально, мне нравится. Так, горочка у нас. Давайте на первой. Попробуем на первой повышенной, хватит нам, нет? Да, хватает. Даже на первой повышенной. Попробуйте. Сейчас здесь попробуем с тобой заехать. Сейчас сразу заблокируюсь на пониженной. Вот здесь будет яма, а потом будем бить вверх. Поехали. Настолько сильный мороз, что колодки прихватывает. Без понижайки, чисто повышенная, дифференциал выключенный. Первая повышенная, поехали. Тяжело, очень тяжело на первой повышенной, поэтому нужно только на понижайке. Понижайка, дифференциал не заблокированный. Вторая пониженная. Понижайка, дифференциал заблокированный.
хватает автомобилю клиренса. Сейчас понижайку выключаю, дифференциал разблокирую на первой повышенной. Повышено очень тяжело. Так, ну что, решили мы проехать сверху, потому что, ну, не хватает клиренса, ребят, не хватает, тяжело. Сейчас вот смотрите, сверху спустимся, и уже можно, наверное, попробовать для интереса. А здесь ямка, видите, какая? Ну, с блокировками, конечно, интересная тема. Сейчас развернемся. Настолько много снега. Мы заблокированы сейчас, точно. Так, ну что, на второй понежно-то заедем. Не хватает все равно, тяжело. Мы по клиренсу не проходим. Яма. Нет, она останавливается. По клиренсу, конечно, не проходим. Так, давайте. Разблокируемся. Первая повышенная. И все, видите, вздыхает.
нам что, выехать надо домой? Пониженная. Нормалек, заехали. Пишите комментарии, как вам вообще автомобиль Нива. Нравится, у кого есть, у кого нет. Я вот лично, мне нравится автомобиль. Можно съездить, побуксовать, покататься. Вообще автомобиль, конечно, едет. Но и то, что блокировки ВТ-шные стоят. Сложно людей собрать на покатушке. Хотел такую же Ниву длинную, которая стандартная. Но человек занят. Но все как и у всех, все сливается, ничего не видно почти. Вот. Все, едет, едет, едет. Отлично автомобиль. Ладно, пока-пока. Рекомендую вам подписаться на мой канал. Там много видео интересных про Ниву, про какие-то маленькие доработки. Вот. Все, ставьте лайки, пишите комменты. Пока-пока.